Крупный скандал в мире российского шоу-бизнеса, где молодые танцовщицы хотели запятнать имя известного певца Льва Лещенко, начался еще 2 месяца назад. Однако его продолжение стало известно лишь сегодня. Еще 2 месяца назад 3 танцовщицы из ночного клуба в интервью центральной прессе заявили, что Лев Лещенко и Владимир Винокур часто проводили с ними время и делали им дорогие подарки. Жены Винокура и Лещенко со смехом отнеслись к этим претензиям и посоветовали девицам заняться более важными делами. Однако танцовщицы не унимались и в социальных сетях стали размещать фото, где они изображены с известными артистами. Спустя время выяснилось, что все фотографии – это фотошоп. Однако молодые девушки пошли на крайний шаг, они явились домой к Льву Валерьяновичу. 3 девушки и их молодые люди стали требовать с Льва Лещенко откупные за их молчание. До этого времени спокойный Лев Лещенко вышел из себя и подал на молодых танцовщиц в суд. Девушкам и их молодым людям угрожала уголовная статья за клевету, крупный денежный штраф и даже лишение свободы. Однако певец советской эпохи проявил благородство и не захотел ломать жизнь молодым людям. «Забудьте дорогу к моему дому навсегда, чтобы я даже за 100 метров вас там не видел», – заявил Лев Лещенко. Также российский певец посоветовал девушкам найти более честный заработок и не наживаться на известных людях. Несмотря на благородный поступок Льва Лещенко, танцовщицы все-таки не остались без наказания. У девушек были заблокированы все социальные аккаунты, и на 1 год им запрещено пользование социальными сетями в интернете.